Так, четвертый армфайт за вечер. YouTube канал Arm Wrestling My Life. Приветствую. Ночь по России. И сейчас борется женский пол. Вот здесь бывают обычно очень интересные схватки такие, более эмоциональные. Две верховички. С левой стороны видно, получше взялась, пальцы сверху пошли. Так, связывают их. Так, так, так. И победа, хорошо. Так, ну, скажем так. Это начало, посмотрим, что будет дальше. Так, второй поединок. Смотрим, что нам покажет девушка слева. Ну, как девушка, женщина. Оп, 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 разрыв. Хорошо. Сейчас свяжутся. Ну, видно, что-то, ну, посильнее вот это будет справа. Посильнее, конечно. Так, блин, видно, она такая. И одна, и вторая в возрасте. Это радует, что вот такие возрасте борются. Не стесняется, а то у нас Абдеп. И обычно очень стеснительные. Слушайте, что происходит с толпой? Так, что там? Фол, фол, фол. Да, девчонки больше заводят. Я не представляю, что будет, когда Лорад будет. Оп, 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 оп. Ну, все то же самое. Завязка, конечно, решает. Просто решает. И слабее, конечно, вот это слева. Ну что, сейчас посмотрим, сможет ли что-нибудь предпринять вот это, которое справа. Крюк пыталась, не получилось. Уже пробует выходить. Окей, опять связка. Ох, блин, ну... Все. Бесспорно сильнее. Хорошо, конечно, красоты не было как таковой. Как-то... Ну ладно, посмотрим. Так, хорошо, ставим лайк, переходим на другое видео.